Итак, друзья, что у меня есть, то у меня и есть. Просто делаем. Так, нарезала лучок. У меня спирит, я нарежу его просто соломкой. Вот так вот, вдоль и пополам. Так, что у меня здесь? Чесночок и масло. Чесночок и масло. Это апельсины, я сделаю джус. О, как мне нравится, когда я делаю джус. На сковородке у меня вот уже чесночок, лучок я еще добавлю. Здесь у меня специи, соль, разная паприка. Здесь у меня специи сезонные. Посмотрю, кину я или нет. Что я делаю? Просто обжариваю перец и все. А потом у меня будет есть салат. Вот горошек туда в салат. Салат, листья салата такие, много. Туда горошек и кукурузу. Ну все. А вечером у меня тут размораживается. Обожаю черешню и смородину. Вот такая, смотрите, какая она. Шикарная, большая. Видите? Вот такая. Очень вкусная. Смотрите, какая. Шикарнейшая смородина. Очень вкусная черешня. Дело в том, что на заморозку берут самую вкусную черешню, смородину. Самые вкусные, самые лучшие продукты. Что-то вот клубника мне не очень понравилась. Вроде бы должны были взять самые лучшие, но что-то мне не нравится. Ну, не важно. Так, все, дорезала я лучок. Сейчас я его кину в сковородку. Помою перец и порежу дольками. Перец и лучок на кукурузном масле, подсолнечном. Я добавила немножко сливочное масло. Я добавила чесночок. Он там обжаривается. Я обожаю, когда у меня лук жарится солью. Не знаю, это совершенно другой вкус. И мне это очень нравится. Именно поджаривается с солью. Так, я выложила, смотрите, это специи сезонные, острые. Это копченая паприка, это паприка и лавровый лист. Что-то я тут стукаю. Вот так. Здесь у меня уже обжаривается, видишь, золотистая корочка становится у лука. Вот очень хорошая такая золотистая корочка становится. Мне это очень нравится. Все. Жарится вот 220 Фаренгейт. Не сильно, так потихонечку. Так, а я тем временем делаю себе джус, сок из апельсинов. Это очень хорошая штучка такая, я показывала. Здесь специально сделано так, что семечки не падают. Сразу вот такой стаканчик и... Ну, дорого стоило, $4 весь этот набор. Вкусненько. Все попадает вместе с мякотью, у меня получается сок такой. Грейпфрут. Ах ты, черт возьми. Так, ладно. Грейпфрута не будет, это отдельно будет. Да. Не повезло. Это у меня грейпфрут. Я думала, что это апельсин, а это грейпфрут. Ах ты, жалко как. Так, ладно. Ой, сколько косточек здесь. Просто уйма костей. Вот эти косточки не падают вниз. И получается такой великолепный сок у меня. И все. Потом я в бутылочку переверну. И все.
Вот, а здесь у меня еще есть мякоть. Я ее тоже, косточки я вытащу. Что такое? Запершила. И мякоть я тоже туда кину, в сок. Видите? Что, вот сделала себе сок из апельсинов. Такой желтенький. И все-таки сделала из грейпфрута немножко. Не так горчит и не так кислит, когда этот джус с мякотью. Это все с мякотью, и мякоть я не выкидывала. Все с мякотью. На тарелочке у меня было специи. Я их закинула. Мне нужно, чтобы обжарилось, поджарилось лучше. Вот это вот для ужина. Я кинула специю одну, очень острую. Посмотрим, может, я зря это сделала. Может, будет совсем горько. Ну что, вот такой перец у меня получился. Все, сейчас он остынет, я переложу вот в судочек и в холодильник. Да, у меня здесь капусточка солится. Вот и все, я надеюсь, что не будет слишком горький. Хотя немножечко поставила там сезонные специи, но боюсь, что будет очень горький. Ну, посмотрим. По крайней мере, вкусненько. И приятного аппетита. Понравилось это видео мое, поставьте лайки, подпишитесь.